лучше. Но я бы на самом деле сказал, что это лучше, но так не положено говорить. Один из лучших пианистов нашей страны — Алексей Подымкин. Давнишний друг нашей музыкальной семьи, представитель Ярославской джазовой династии, Стас Майногин, саксофон. Барабанщик Ильдар Нафигов. Все вы замерли в ожидании чуда, и сейчас оно свершится. На сцене Шенел Джонс, США. Thank you.
Freedom day, freedom.
Дорогие друзья, очень рады быть сегодня здесь. Играть для такого количества, такой очень благодарной и очень внимательной публики, слушателей. Сегодня просто замечательно. И выше всяких слов. Потому что музыканты сегодня вообще как-то так получается, что музыканты очень искренне делятся тем, что вот они внутри себя чувствуют. Я еще раз представлю вам замечательных музыкантов. Ильдар Нафигов играет на барабанах. Ян Фетчер, контрабас, Ян Фетчер. Стас Майнунин, саксофон, тенор, саксофон, сопрано. Я не первый раз в вашем городе, но сегодня какая-то совершенно особая публика и атмосфера в зале. Меня зовут Алексей Потемкин. Спасибо. Ну и, конечно, наши гости из города Нью-Йорка. Шанел Джонс. Мы начали выступление с композиции, которую написал знаменитый композитор, автор трех грошовых опер и автор, наверное, самого популярного джазового стандарта, ну или, скажем так, самой популярной темы, которую используют джазовые музыканты для импровизации, потому что, я думаю, она была сыграна с момента ее создания, наверное, не меньше 10 миллионов раз, может быть, больше. Есть такая тема, которая называется «Make the Knife», вот ее написал Курт Вайль. Но вот сегодня мы решили обойтись без нее и сыграть вот эту замечательную композицию, которая называется «Сентябрь в дожде», «September in the Rain». Вот, надо сказать, мы 2 дня назад играли ее же в Рыбинске, была такая плохая погода, мы ехали в Рыбинск через Череповца, и всю дорогу шел дождь, и когда мы приехали в Рыбинск, тоже был дождь, вот, и мы как-то так попросили, чтобы дождь остался в сентябре, и на следующий день была прекрасная погода, вот, поэтому... Впрочем, может быть, завтра тоже будет замечательная погода. Вот, мы на это очень надеемся. Затем прозвучала пьеса, которую написали 2 музыканта. Это певица Эбби Линкольн и барабанщик Макс Роуч. Называется она «Freedom Day». Она была написана достаточно давно. Вот, но, по-моему, по музыке она не теряет свою актуальность. Хотя это, она не отличается каким-то, может быть, разнообразием мелодическим и гармоническим, но внутренняя сила, которая в этой песне заложена, она актуальна до сих пор. А сейчас мы сыграем композицию Кола Портера, которую многие из вас знают. Advertising young love for sale.
Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Oh,
schooling myself. I even tell my friends that I don't care. I rub my shoulders at the whole affair. Yet they'll know that isn't so. I'm just schooling myself. And every time I pass, I see my face in the looking glass. I turn my hat and say, how do you do, you fool? You know you like the way I'm acting gay, I'm acting proud. And every time I see you in a crowd, I may pretend it is the end, but I'm fooling myself. Сейчас мы сделаем, наверное, небольшое такое жанровое отступление и сыграем, если мы хотели сыграть джазовую балладу, но думаю, что, может быть, будет как-то даже интереснее, если мы сыграем что-то из области госпел. Вот. Тем более для белых музыкантов это всегда интересный опыт, потому что, да, скажем так, для афроамериканцев это абсолютно естественно, и у них это получается
как бы от природы. Вот. Но мы тоже должны учиться уметь делать все, играть. Вот, поэтому посмотрим, что из этого получится.
Джазовый стандарт, который обычно исполняется как баллада, но вот мы его немножко по-другому исполняем. Вот. Итак, you go to my head. You go to my head.
Intoxicate my soul with your eyes. No, I'm certain this heart of mine hasn't ever.